Правоохранительные органы завершили осмотр места происшествия в отделении Сбербанка. Утром в дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки сообщили, что в помещении банка на улице Московской, дом 32, слышны хлопки. На момент ЧП отделение было закрыто. Пострадавших нет. По предварительной информации, 19-летний житель столицы поджег и закинул в здание отделения банка, расположенное на улице Московская, коробку с фейерверком. Молодой человек свои действия объяснил желанием избавиться от звонков так называемых телефонных мошенников. Внутри помещения поврежден потолок, разбита входная дверь. Злоумышленник задержан и доставлен в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Химкинская городская прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Работу отделения банка планируют возобновить уже завтра.